В Чебоксарах проходят чемпионаты первенства Чувашии по биатлону. Спринтерская гонка – одно из самых зрелищных состязаний. С самыми быстрыми и меткими пообщался Рифат Фаткулин. Для юношей дистанция 10 километров. Спортсменам предстоит пройти два огневых рубежа – стрельба лежа и стоя. В случае промаха – штрафной круг, и это спринт. Резкие подъемы, неожиданные повороты требуют от биатлонистов сверхусилий и спецподготовки. Дистанция, она сложная. Присутствует за 2,5 километра 4 подъема, которые очень крутые. И в них забираться довольно тяжело, особенно на последнем круге. Вообще не остается. Биатлонисты уходят на дистанцию один за другим каждые 30 секунд. На спине винтовка, которая весит около 4 килограммов. Столько же весит кирпич. Девушкам нужно пробежать 7,5 километра. Со стрельбой интересно. Азарт. Полгода занимаюсь. Из лыжных гонок перешла. Довольно-таки неплохо. Стараемся, работаем. Погода сегодня очень хорошая. Все условия для биатлона. Ветра нет, трасса хорошо подготовлена, все на уровне. У каждого участника свой козырь. У Никиты Григорьева быстрая стрельба, умение подготовиться и выдать рубеж 5 из 5. Финал гонки спрогнозировать сложно. Последний круг юноша шел с запасом сил, но на финише пришлось выжать все. Всегда непонятно, то, что может быть. Если ты идешь, можешь после первого рубежа первым идти, потом все можешь уже обломаться. Главное, к рубежу сильно не ехать, чтобы пульс был нормальным. И стрелять можно тогда. В разные времена биатлонисты из нашей республики входили в состав сборной России. Этот вид спорта всегда привлекал внимание молодежи. Не случайно в республике почти готов к эксплуатации специализированный центр. Кстати, на его базе и проходят соревнования. К сожалению, количество не прибавляется. Всего 36 участников всех категорий. Поэтому это, конечно, очень мало. Тут говорить о развитии не приходится. Дети должны соревноваться, иначе они не вырастут. Они могут расти только соревнуясь друг с другом. В конкуренции должна быть. Не все одинаково подготовлены. Есть, которые выделяются, да, которые вот есть юноши, соревнуются на российском уровне, на высоком уровне, побеждали не раз. 15 февраля поклонников биатлона ждут гонки преследования.